Компания BMW в последнее время представила очень много противоречивых новинок в плане дизайна. От угловатого M2 до новой 7 серии со спорной двухэтажной оптикой. И по всей видимости баварцы на этом не останавливаются. Недавно был представлен концепт-кар Vision T-Concept, который дает нам представление о дизайне будущих электрокаров компании. Благодаря этому концепту уже были созданы рендеры нового поколения i4. Как мы видим, серийный вариант с таким дизайном выглядит уже не так причудливо. Но главным преимуществом новинки все же является 100% узнаваемость марки BMW. Безусловно, это очень смелый концепт с точки зрения новых идей. Но что из этого мы увидим в действительности? Узнаем уже в 2025 году, когда должен дебютировать серийный электромобиль, построенный по мотивам вышеупомянутого концепта. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!